Жил когда-то слепой Вартимей, сын Тимея. А какое житье у слепца? Вот представьте себе, ночь как можно темнее, только ночь, только ночь, только ночь без конца. И сидел бы несчастный весь век среди нищих, проклиная удары судьбы. Но однажды, однажды слепец тот услышал приближение огромной толпы. Кто же это идет? И Иисус, сын Давида, донеслось к Вартимею сквозь тьму. И хотя Вартимей и Иисуса не видел, он поверил, поверил, поверил ему. Он поднялся из пыли, из знойного праха, словно свет вдалеке увидал. И дрожащей рукой, разрывая рубаху, закричал, закричал, закричал. О, великое чудо, мгновение прозрения, и отныне уже не слепец. Онемев, оробев, он стоит в изумлении, жалко нищенской жизни конец. Все дороги открыты теперь Вартимею, он еще не изведал тревог. Он не знает, что зрячим быть много труднее, чем во мраке сидеть у дорог. Он не знает еще, но, конечно, увидит, сколько зла, сколько горя окрест, как его Избавитель, Иисус, сын Давида, понесет на Голгофу свой крест. Вартимей, не согнись в это тяжкое время, не ослепни от горестных слез. В этом мире, где зло торжествует на время, всех, кто видит, особенный спрос. Аминь.